Всем салют, меня зовут Андрей Доцент, и мы продолжаем похождение нашей красной шапочки по этому чудному городку, в котором очень много страшных мистических историй. Кто-то кого-то похищает, кого-то убивает. Нам во всем предстоит это разобраться. Так, мы попали в лабораторию ее отца, где делают роботов. Так, что у нас тут? Нажмите, так, это чтобы использовать. Рисунки отца были красноречивее слов. Лучше всего он говорил на языке угля. Он рисовал самые прекрасные истории, что я, наверное, слышала. Так, кстати, ну-ка, стойте. Такое чувство, что он Балун Боя чем-то напоминает из Five Nights at Freddy's. Так, что у нас здесь? О, шкатулочка. Грейс, как она здесь оказалась? Мать меня убаюкивать не могла. Ее заменяла эта фигурка у моей постели. Так. Отец ее сделал за 22 дня. Мой крошечный островок покоя. Я ее звала Грейс. Я совсем о ней забыла. Ну так забери ее. Она защищала меня от воображаемых чудовищ. Надеюсь, защитит и от настоящих. Так. О. И тут игрушки, и там игрушки. Так, стойте, 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 стойте. Что такое? Нажмите, чтобы использовать. Записи отца, разрозненные и рассыпанные, как и его мысли. Пиноккио не... А, это Пиноккио! А тебе я рассказываю ночь за ночью. Знала бы, дочка, как мы с тобой похожи. По жизни нас дергают за ниточки. И все видят, как нос растет в расплату. Вот бы эти ниточки обрезать. Если мои творения разрушают, я все равно... Игрушка в руках дьявола. Лишь игрушка. Так, дает заработок, кормит моего ребенка, но убивает невинных людей и мою душу. Отец, какие мрачные мысли посещали твою светлую голову? Так, значит, это у нас Пиноккио все-таки. Так, а что у нас тут тогда? Какие-то механизмы. Так, что у нас тут? Уважаемый господин Волчик, я все обдумал и решил отказаться от должности Волчик Индустрис. Я отработаю еще 2 недели. С уважением, Джозеф К. Шапка. Джозеф Красная Шапка. Так, отец уволился? А я и не знала. Наверное, Волчик из него всю душу выжил. Знали бы мы... Стоп. На письме стоит дата. В этот день отец умер. Так, 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 и что это нам дает? Хрен его знает, но что-то дает. Вот черт. Так. Что это такое? Нажмите, чтобы использовать. Ну. Так, а мы его сейчас, видимо, жалеть будем. Это то, что я думаю? Неужели отец это сделал? Он говорил, что разрабатывает игрушки. Для детей эта игрушка великовата. Отец, этих оловянных солдат, которых я убивала, сотворил ты? Не может быть. Нет. Это ты, не ты сделал, не ты. Да. Так, тут, конечно, робот вообще прикольный тип. А что, с ним можно повзаимодействовать? Опа-на! Что-то началось. Тихо-тихо-тихо. Что-то сейчас начнется. Заставочка какая-то. Скорее всего, у нас кто-то ворвется, кто-то нас спалит. Что мы оказались в мастерской отца. А, нет, мы выбрались. Так, и надо линять отсюда по-добру, по-здоровому. Проклятие! Совсем незаметно прокралось. Новый план. Сыграем в игру «Поймай меня, если сможешь». Нихера себе! Беги! Беги! Это с электрическими дубинками. Черт, ой, черт, да вон их сколько. Давай, 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 беги, 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 беги. Так. А, вот как. Так. Перепрыгнули. Перепрыгнули, давай. Так. Отлично. Блин. Не запутаться бы. Прыжок. Так, сюда, сюда, сюда.
И куда же мне идти? Так, да чтоб тебя, а? Какой-то тупик был. Черт возьми, заново начинать. Да как ж так-то, а? Ну ё-моё, ладно. Сейчас еще раз попробуем. Давай-давай, беги. Так. Пролезли. Давай. Не стопори ход. Так. Так, давай. Беги. Есть. И чё? Наконец-то все? Сбежали от них? Видимо, нам удалось сбежать. Так, хорошо. Ну, судя по тому, что играет спокойная музыка, наверное, у нас получилось. Так, ага, и закрылись. Закрылись ворота. Что мы можем тут делать-то? Ага, там у нас есть... Стойте. Что мы можем бросать? Нажмите, чтобы бросить... Так. На! Есть! Так. Есть. То есть вот так вот мы можем бросать. Ладно, возьмем на заметку, учтем, как говорится. Так, а вот эту штуку мне надо забрать. Определенно. Знаете ли вы, что... Это, видимо, где-то надо прочитать просто. Ух ты! Сколько вас тут, ребята? Придется мне вас, наверное, всех завалить. А может нет, может прокрасться получится. Да, можно прокрасться. Не обязательно идти открытым боем. Если все можно сделать тихо. В детстве у меня была армия таких солдатиков. О, поплыли! У них крошечных и безвредных. Поверить не могу, что этих оловянных убийц создал силой воображения мой отец. Он и правда отказался от своих принципов, чтобы меня... Да чтоб тебя, я думал, туда можно прыгнуть, но нет ведь. Нельзя. Так. Кидаем топор. Так. Раз. На! И еще раз. Все. Может мне их завалить и не париться? Так, на! И еще раз. Так. Черт, убьют же сейчас. Убьют. Так, есть. Отлично. Завалили, так еще и с энергией себя поправили. Ну ладно, поплывем заново. Что ж теперь? Да. Так, а если не туда? А, так сюда не надо. Нам надо просто дальше плыть, и все. Там он и сохранение, я вижу. Давайте пока просто осмотримся. Может, что-нибудь найдем. Так, у нас там стража стоит. Надо замыкаться. Так. Ага. Аккуратненько, тихо. Ну чё, мне их со спины долбануть или не стоит? А давайте-ка попробуем. Раз. Вот так вот. Еще и энергии зарядились. А чё, не ломается? Странно. Так, ну ладно. Тихо, крадемся на цыпочках, аккуратненько. Так. А мне иначе, наверное, не получится. Придется в бой вступить. Так. Есть. Во, фартануло-то как, а? Хорошо. Что у нас тут в клетках? Ничего нету. Жалко, конечно, но... Что ж теперь делать-то? Так, можно туда попасть. Прежде гавань была оживленным местом, особенно солнечные дни. Дети собирались на пирсах с бумажными корабликами, а их родители встречались с друзьями и обедали. Да, как-то все грустно, ребята. Совсем и не сказка. Да, тут, конечно, без вариантов. Раз!
Так. И раз. Так. Есть. Есть, 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 есть. Все, завалили их. Завалили, еще и энергию восстановили. Так, а можно ведь и туда сходить, да? Или нельзя? Нет, нельзя, наверное, да. Ладно. Пойдемте тогда сюда. Перепрыгиваем. О, опять этот крысолов. Кого я вижу? Решил объявиться? Что за нафиг? Эй! Куда собрался, засранец? Страшно на глаза показаться. Сейчас что-то будет. И чего это недоделанная лодка без руля? И что мне делать? Ой, нахрена я, конечно, использовал. Тихо, тихо. А, вот как. Все, я понял. Нам надо тут теперь, скажем так, пытаться не слететь с этой лодки. Да. Пожалуй, история протекает вполне по-сказочному. Почему же это? Так. Есть. Приехали. И сохранимся обязательно. Так, 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 так. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Завалили. Завалили этих ребят. Тут у нас ничего нет, интересно. Ух ты, электросолдат. Так. Вали его. Смотрите, он не дохнет. Блин, что это за робот такой? Вот он реально не дохнет. Так. Давай, 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 вали его. Все, 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 все. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. И куда ж мне идти? Так, ну можно, конечно, попробовать здесь пройти. Главное, не спалиться бы. Так, ага, а тут тупик, и здесь тупик. И что же мне делать? Передний... Вау, 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 вау. Так. Атака! И еще раз. Так. Отлично. Есть, я завалил его. Все-таки его можно завалить. Ну ладно. Будем иметь в виду. Так, у нас вон там еще ребята наверху, но надо сначала эту штуку подобрать. Ученик инженера. Ну чё, в бой вступить с ними или не стоит? А у меня выбора, походу, нет. Конечно, можно прокрасться, но что-то больно много этих ребят с дубинками, посмотрите. Меня здесь просто на куски порвут. На шапку. Так, аккуратненько, тихо. Да, топорик бы не мешал обновить. О, еще ребята, да что ж вас столько много-то? Ну ладно. Так. 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 Вали его. Есть, 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 есть. Все, тихо, тихо, тихо. Тихо, так, пробрались. У нас сохранение вон спереди. Так, аккуратненько. И что у нас тут? Крысы. А, так вот здесь, где крысолов-то был. Его подручные. Все. Разобрались с ними. Блин, ребят, что-то там эти красные роботы, их больно много. И что мне с вами делать? А, у меня, походу, выбора и нету. Так. На! Так. 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 Так, еще один ударчик. Надо побегать. Так, есть. Ой, попало, а? Попало. Есть. Есть, 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 есть. Так. Черт! Нет!
Вот не фартануло-то, ладно. Попробуем еще раз. Да все эти мыши. Их надо с одного удара валить и все. Зачем я быструю атаку только использую для них? Так. Давай-ка. Есть! 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 Отлично! Атакуй, 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 атакуй! Есть, все! Все, 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 все. Хорошо, так, разобрались с этими, допустим. А что у нас здесь тогда? Почему я сюда запрыгнуть не могу? Потому что нельзя. Ладно, будем иметь в виду. Так, тут у нас какие-то... какие-то заводы. Так, походу у нас сейчас, видимо, босс будет, да? Неспроста ведь заставка началась. Ну-ка. Музыка еще такая заиграла. Нет, по-любому босс. По-любому. Сейчас крысолова будем валить, да? Хватит в кошки-мышки играть, дрянный музыкантишка. Теперь не убежишь. Говори или умри, засранец. Скажи, ты мою мать похитил, а? А ее дочь? Узнал? Или слишком много было молодых, которым было... все равно... А ему пофиг, говорит. Ой. Ой-о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 й. Так. Давай-давай-давай-давай-давай. Блин, зараза. Так. Понеслась. Надо сразу использовать эту комбинацию, вот этой атаки. Раз. 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 Давай, 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 давай. Так, что это такое? А-а-а! Смотрите, тут какой-то взрыв был. Стойте. Давайте-ка попробуем все сделать аккуратненько. Так. Так, отлично. А, вот что было-то. Есть. А, смотрите, 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 преследует, преследует меня. И что мне с ними делать? Так, он опустился. Так. На тебе. Есть, есть. Ух ты, с ноги мне дал, а? Так, ну я примерно принцип понял, какой здесь у нас. Черт. Опять этот взрыв. Так. Давай, 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 давай. Так. Да что ж ты... Так. Отлично. Как, что ты в другую сторону бьешь-то, сумасшедшая? Вот зараза. Вот пиздюка. Стойте. Ща мы еще раз попробуем. Крысолов, а? Да какие-то они здесь страшные какие-то. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай-давай-давай. Ух ты! Так. А вот этот вот меня с одного удара убивает. Так, ладненько. Короче, с мышами надо разобраться в первую очередь. Заманить их куда-нибудь подальше. В кучку. Раз. Так. На тебе. Так. Так. Давай, 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 давай. Есть. Уничтожены. Бегаем, бегаем, бегаем. Круги наматываем. Надо подождать, когда он опустится. А, вот, ух ты, тихо, 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 тихо. Есть. Давай, бей его, бей его, бей его. Черт. Ну, в принципе, по нему еще один раз шибануть и все. И ему хорошо будет. Так. На тебе. Есть.
Так. Есть. Так, ой, сколько много вас, а? Счет вас многовато. Так. Тихо, тихо, тихо. Не нарваться бы. Давай. Запрыгивай. Так. Есть. Есть. Замочили его. Все. О. Все, из-под влияния его ушли. Так. И сгрызли его нахрен. Нифига себе, как жестоко. Крысы, собственно, его и съели. Один скелет сейчас останется. Так, что тут у нас? Задержи девочку до заката, а я разберусь со старой коргой в лесу. Подпись? Волчик. Стоп, Волчик знает, что я здесь? И хочет убить бабушку? Обломить последнюю ветвь с древа моей семьи? Не бывать этому. Старая карта меня хорошо учила. А, корга. Я тебя опережу, вот увидишь. На, что-то кинуло, короче. А, сейчас все взорвется. Да, вот так. Прощальный салют, и я убираюсь из этого проклятого места. Фу. Прошли. Завалили босса. Ну, для новичка неплохо, как говорится. Так, что это у нас? Где мы? Уходи так, чтоб тебя заметили, говорила мне, скорее всего, бабуля. Надеюсь, тебе больно, волчик? Пусть твоя овечья шкура мучит тебя так же, как и... Кто? А я покидаю этот обреченный город. Все. Нам надо, видимо, сваливать отсюда по-добру, по-здоровому, пока нас не нашли. И мы это обязательно сделаем, но это будет не сейчас, это будет в следующих сериях. Я с вами прощаюсь, с вами был Андрей Доцент, не забывайте подписываться, ставить лайки, разумеется, обязательно комментируйте, а также заходите в группу ВКонтакте. Ссылочка в описании. Все, друзья, всем пока!